Маша из музыкальной семьи. Ее папа играет в оркестре. Сама девочка учится в 8 классе детской школы искусств «Классика», осваивает фортепиано и в будущем хочет стать пианисткой. Больше всего ей нравится французская музыка эпохи барокко. Однако любит и Баха, Чайковского, Гайдна. Для выступления на вечере в Первой Одинцовской библиотеке, посвященном 150-летию со дня рождения Александра Скрябина, она выбрала его прелюдии номер 4 и номер 5. Мне очень нравится тем, что они необычные. У Скрябина особый стиль написания, и мне кажется, то, что он пишет о том, что он сравнивает две разные, как сказать, вот тоже вода и огонь. Он сравнивает. Это очень необычно и одновременно красиво звучит. Для зрителей, шестиклассников 9-й Одинцовской школы, выступили еще 3 юных пианиста классики. Кроме того, ребята узнали о жизненном и творческом пути композитора и даже о том, что именно Скрябин был родоначальником современной светомузыки. Мероприятие очень понравилось. Меня заинтересовал этот композитор. Хочется узнать о нем больше. Дома приду и обязательно посмотрю что-нибудь еще. Очень интересно было. В Первой библиотеке запланировано еще много интересных творческих встреч и вечеров. При этом публику здесь ждут самую разную. У нас в этом году заключены договора социального партнерства как со школой искусств классика, так и с Одинцовской детской музыкальной школой. И я думаю, что это будет целая серия таких совместных концертов, целый проект такой литературно-музыкальный, на который мы приглашаем и детей, и будем приглашать и взрослых. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».